Здравствуйте, все зрители моего канала. Сегодня я получила посылочка к Новому году. Давайте мы ее откроем и посмотрим, что в ней. А в ней гирлянда. Запаковали ее не очень хорошо, тут совсем разорван пакетик. Вот так вот она сложена. И проверить мы ее не сможем до тех пор, пока мы не вставим сюда батарейки. Давайте попробуем открыть. Как тут это открывается? Ну и что, я не могу никак это открыть. Ну вот, буду полчаса теперь открывать эту коробочку. Открыла. Батарейки я уже купила, так как я знала, что их здесь не будет. Так, давайте. Сейчас ставим и посмотрим, будет ли она работать. Так, так. Вот так вот. Вот так вот, вот. Вот такая вот гирляндочка. Так, как она? Можно ее? Так, она еще вот переключается, оказывается. Может моргать, а может вот так вот быть выключенная вообще. Ну, хорошо, что работает. Я очень довольна. Специально купила такую небольшую, но маленькую свою елочку. Давайте посчитаем, сколько здесь лампочек. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 всего лишь. Даже и 20 нету. Даже нет и 20. 18 лампочек таких. Вот так вот. Мы ее сейчас посмотрим, как она тут раздвигается. Вот такая вот гирляндочка. Ну, хорошо. Она, по-моему, я ее заказывала на 2 метра. У меня елочка небольшая, гирлянды, чтобы повешать куда-то есть. Вот, ссылочку я вам оставлю, если вам такая гирляндочка нравится. Вот такие вот интересные маленькие беленькие лампочки. Люминесцентные. И три просто пальчиковых батареечки нужно. Такую гирляндочку очень удобно иметь. Вот я уже закрыла эту коробочку и пересчитала лампочки. Тут оказывается 20 их все-таки и 2 метра. Я специально заказала ее на маленькую елочку, чтобы эту елочку можно было поставить в любое место. Это очень удобно иметь гирлянду на батареечках, потому что не всегда поставишь в то место, где есть розетка. Поэтому вот я специально заказала такую вот маленькую гирлянду и с батарейками. Это очень удобно. Ну вот и все, мои дорогие. Ссылочку я вам оставлю внизу под видео. Если вам такое понравится, подойдет, я думаю, что придет оно до Нового года, вы еще получите. Потому что посылочка мне пришла очень-очень быстро. Вот. Сейчас, наверное, почта хорошо работает, что перед к Новому году надо, чтобы посылки все пришли. Я еще заказывала себе елочки. Вот как раз на эту маленькую елочку я заказала такую вот гирляндочку. Это очень удобно.